Добрый день. Выставка World Food продолжается. Сегодня с нами Насибе. Она готова рассказать о своей продукции. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Надеюсь, все хорошо. Мы компания HelloFresh с Турции. Мы пришли с нашим энергетическим напитком Max Fly. Мы выступаем в Турцию. У нас компания в Газиантепе в Турции. У нас есть 4 варианта в Max Fly. Есть манго, ананас, мохито, лайм и мята. И есть Космос, наш последний продукт с ананасом и манго. А скажите, пожалуйста, на каких рынках вы представлены? Мы представлены в Африке. Сейчас будет African World Cup футбол. Мы там спонсоры, первые спонсоры. Еще мы в США нашли, в Канаду, и еще в Европе мы есть, в Бельгии. И еще в Азии сейчас мы только в Узбекистане. И надеемся найти партнеры в России здесь. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот ваша линия напитков энергетических, а чем она отличается от конкурентной продукции? Какие-то преимущества ее, возможно? Наши продукты сделаны из жидкие продукты, не с паудером. Получается, это очень влажный напиток энергетика. Получается, она идет с Германии, и мы ее примешаем в Турцию. Скажите, пожалуйста, о каких-то успехах в цифрах? Возможно, какое-то сравнение к прошлому году, о ваших достижениях? Max Fly уже 2 года есть, только мы 2 года начали эту продукту. В прошлом году у нас было только в 20 город в всем мире, а сейчас больше 63 города. Отлично. Ну и получается, на этой выставке вы ищете партнеров в России. Уже есть какие-то договоренности? Да, у нас сейчас есть 3 договоренности. Разговариваем, но еще не решили, с кем будем. Хорошо. Ну, надеюсь, у вас все удастся. Желаем вам удачи на выставке. Спасибо большое.